Щелкивал скромность. Я всего проявлялась в том, что он был вообще по природе яркий человек, белолицый, такой веселый, радостный, сильный, крепкий, коренастый, бухарский, еврейский самаркандец, которого природа одарила всем. Он был очень веселый, радостный, сильный, жизнелюб. Вот это жизнелюбие всегда притягивало тех, кто находится рядом с ним. Жизнелюбие, наверное, это было фактором риска и фактором победы этого человека, незаурядного человека, подчеркиваю, незаурядного человека. Выжить в тех странных, страшных войнах, я говорю не об одной войне, а о двух войне, о трех войнах, которые говорил Борис Катаев, и финская война, и Великая Отечественная война, и японская война. Вот просто представьте эту географию, от Москвы до самых до окраин, с востока на запад, шел простой человек, бухарский еврей, который жил с мыслью о том, жить, чтобы жить и создать семью, жить и радоваться. Мне это очень близко, потому что мой папа, который приходится ему троюродным братом, тоже прошел эту непростую жизнь. И потом уже после войны, когда он женился, у него были дети, все невзгоды, которые были вокруг, он говорит, да что это, разве можно сравнить с тем фактом, что я остался жив, и сегодня я имею детей.